Высокий класс продемонстрировали белорусские пловцы на чемпионате мира по водным видам спорта, который принимала столица Катара, город Доха. На дистанции 200 метров плавание на спине Анастасия Шкурдай завоевала бронзовую медаль. В плавании брасом на дистанции 100 метров шестой результат у Ильи Шамановича. И тоже брасом на дистанциях 100 и 200 метров шестое и четвертое место у Лины Змушко, которую в начале спортивной карьеры готовил наставник с дюшор номер 2 Мозырского района Александр Владимирович Крух. Лина Змушко начинала свою карьеру в Калинкайчах. Там, где я начинал работу свою 6 лет, она занималась. Также она и успела поплавать в Мозырском бассейне. После была уже передана на дальнейшие этапы подготовки в Гомель, в Минске. Отметим, что Шкурдай, Шиманович, Змушко выполнили олимпийские нормативы к 33-м летним играм в Париже. Алина в финалах показала результаты. На 100-метровке минута 6,58 долей секунды, шестое место. На дистанции в два раза длиннее 2 минуты 24,44 долей секунды. Новый ориентир для воспитанников и воспитанниц мозырского плавания. Приятно, что наша воспитанница, в том числе и наша воспитанница, завоевала высокие места на прошедшем чемпионате мира. Мы гордимся ей, верим в ее потенциал, желаем дальнейших успехов и удачного выступления на Олимпийских играх, которые являются, если не венцом, то желанным для каждого спортсмена. Ну что же, пожелаем Алине Змушко новых заплывов мирового класса. Одному из ее наставников, Александру Владимировичу Кроху, воспитанников и воспитанниц, которые для начала повторят, а затем и превзойдут достижения одной из лучших представительниц отечественного плавания за всю его историю.